Конкурс «Название первой среди равных. Мисс Весна-2024» – событие по-настоящему зрелищное и красивое. Традиционно в этом конкурсе участвуют самые яркие и талантливые девушки города над Бугом. В этом году их 12 сильных, интересных и, безусловно, талантливых. Сегодня они покажут себя в творчестве, они продемонстрируют навыки дефиле своего, конечно же, поборются в ораторском конкурсе. Ну а мы, члены компетентного жюри, сделаем все для того, чтобы выбрать самую достойную, которая в дальнейшем будет представлять город Брест на областном этапе. Мы с девчонками долгое время были вместе. Каждый день у них были тренировки, бывали по 5 часов репетиции. То есть девочки подготовленные, но это волнение на сцене. Я не знаю, какой будет исход. То есть на репетиции все было подготовлено. Я надеюсь, что они выйдут и покажут достойно то, что мы подготовили. По традиции конкурсная программа началась с дефиле, а дальше по весеннему цветущим участницам предстояло рассказать о себе, а также показать себя и свои силы в интеллектуальных и творческих заданиях. Девушки уверены в своих силах, а в зале их ждала теплая и успокаивающая поддержка родных и друзей. Я занимаюсь танцами, раньше до этого заходила на пение, еще плавание, рисование, английский достаточно много, но больше всего танцы – это прям мое самое любимое занятие. Я захотела получить какой-то новый опыт, новое общение с интересными людьми, с людьми достаточно творческими, и подготовка была достаточно интересная, мы очень быстро все сдружились, заобщались, друг другу помогали. Однозначно мы очень любим, ценим, хотим, чтобы была счастлива. Она умница, красавица, так держать. Девчонки, мы вас любим. Очень сильно любим, очень сильно вас желаем победы. Победы. Вы победите. И вот интрига вечера раскрыта. Корону и звание «Мисс Весна-2024» в честной конкурентной борьбе завоевала учащаяся средней школы номер 3 города Бреста Анастасия Бурко. В школе мне предложили представить школу, и я согласилась, пришла на кастинг, прошла кастинг, и вот я здесь на городском этапе этого конкурса. Мне кажется, что я очень артистичная, обладаю достаточно многими талантами, и я достаточно уверена в себе. Теперь Анастасии предстоит небольшой отдых, ведь ей понадобится много сил и времени, чтобы успешно представить город Брест на областном этапе конкурса. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.